Александр Малинин откровенно об измене жены. Сегодня, 16 ноября, Александру Малинину исполнилось 59 лет. В честь праздника артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни. Александр Малинин счастливо женат в третий раз. У него в браке с супругой Эммой подрастает двое детей – Фрол и Устинья. По признанию артиста, он более сдержан, чем жена. Мужчина должен думать о семье, поэтому на первом месте разум, а только на втором чувства, которые часто приходится скрывать. Эмма более эмоциональный человек. Особенно тяжело было поначалу. Она не могла приспособиться к бешеным условиям моей работы. Возвращается домой уставшая, а у нас гости, которых она впервые видит. Многое ее раздражало, хотя я предупреждал. Вот сейчас ты, наверное, захочешь уйти, мне будет плохо, но я не побегу тебя догонять. Года через три стало легче, рассказал исполнитель. Александр и Эмма вместе уже 27 лет. Для меня происходящее до сих пор выглядит странно. Я никак не могу понять, неужели это со мной происходит. Даже представить не мог, что так долго можно жить. Теперь не могу без Эммы. Конечно, я общаюсь с другими женщинами, но физически не тянет ни к одной, признается артист. К слову о гипотетической измене жены, Малинин высказался ясно. Дам знак, только если буду точно уверен, а портить нервы ревностью никогда в жизни. У нас были ситуации, когда мои друзья, знакомые пытались за ней ухаживать. Мне нравится, когда на Эмму обращают внимание, но я ей верю и не позволяю себе упрекать ее.